Тренировки, ну конечно, там 10 метров. Надо было, здесь вот такие вблизи. Надо было Серегу такие на некий то. А вблизи вот такие. А Ваня вообще не попадал. Ты что? Две стрелы. А то я первую стрелу. Нет, это прям всегда в яблочках. Друзья, добрый день. Приветствуем всех в нашем спортивно-зрительном комплексе «Ежорец». Сегодня у нас по итогам спартакиады детских лагерей состоится награждение. Вы молодцы, хорошие результаты показали. На награждении у нас присутствует сегодня директор спортивно-оздоровительного комплекса «Жорик» Смурдина Чевченко. Приветствуем. И приступим, не будем медлить. В младшем возрасте за третье место награждается детский оздоровительный лагерь 402 школы «Теремок». Приглашаем представителей и участников. Представители тоже приглашены. Поздравляем команду «Теремок». За второе место у нас награждается детский оздоровительный лагерь «Манинки», школа номер 258. Приглашаем участников. Нашего возраста становится команда «Бригантина», ДОЛ номер переходим к старшему возрасту. Третье место занимает команда «Звезда», ДОЛ номер 401. Приглашаем, ребята. Очень
место занимает команда «Теремок», дол номер 402. Приглашаем. Первое место занимает команда «Алые паруса», дол номер 455. Друзья, спасибо большое, что пришли. Ждем вас снова в стенах спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец». Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Можешь быстренько? Представители команд, подойдите, пожалуйста, к столу. Постройте все вместе. Близко. Сделай.